В Уральске идет масштабный ремонт улиц, 13 проектов, переходящих с прошлого года, и 3 новых дорожники должны закончить к осени. В том числе они должны сделать реконструкцию дорог на 2 мостах. Стоимость 3,5 миллиарда тенге. О том, как уральцам помогают пережить временные неудобства, Асель Русалиева. Мост через реку Урал капремонта не видел больше полувека, с самой постройки в 60-х. Но несущие конструкции пока в удовлетворительном состоянии, поэтому заменит лишь дорожное покрытие. Ведутся работы по вскрытию деформационных швов. Устройство сейчас металлоконструкция на эти деформационные швы. Параллельно, значит, мы убираем остатки старого бетона и начали укладку асфальтобетонной смеси от моста в сторону подсёпного. Мост перекрыли на 2 недели. По ту сторону находится село Подсёпное и несколько дачных массивов. Чтобы добраться до города, людям приходится сначала доезжать до моста на автобусе, затем идти пешком по мосту, а потом уже на той стороне пересаживаться на другой автобус. В итоге платить 2 раза за проезд в один конец. Однако руководство города договорилось с перевозчиками, чтобы сократить проезд по этому маршруту на 50%. 16 улиц или 25 километров дорог – это план дорожников на год текущий. В основном все объекты прошлогодние. Первым делом поменяли инженерные сети под автотрассами, теперь восстанавливают дорожное покрытие. Новый проект – строительство внутриквартального проезда между 7 и 9 микрорайонами длиной 1400 метров. Общая ширина автомобильной дороги составляет 14 метров. Также, согласно проекту, предусматривается устройство двухстороннего тротуара по четной и нечетной стороне и устройство водоотводной арочной системы. За счет средств недропользователей в ближайшее время приступит к ремонту центральной магистрали города, проспекта Досток, протяженностью 3,5 километра. Это одна из самых оживленных улиц в Уральске. Чтобы избежать автомобильного коллапса, дорожники сначала восстанавливают параллельные ей второстепенные дороги. Все работы должны быть завершены к началу осени, если не подведет погода, а она уже вносит свои коррективы в планы подрядчиков. Асель Русалиева, Руслан Газезов, Канат Махмутов, Уральск, 24 КИЗ.